Карта города Харькова – это у нас вторичный рынок, класс социальное жилье. Период исследования видим июль-август месяц. Наибольше всего, друзья, за месяц подешевела недвижимость. Ну вот видим аж в трех районах. Это Немышлянский район – минус 0,17%, Индустриальный район – минус 0,17%, Основнянский район – минус 0,17% и Новобаварский – минус 0,17% всего лишь за месяц. А вот наименьше всего подешевела недвижимость, мы видим, друзья, в Шевченковском районе минус 0,14% и в Московском районе минус 0,14%. Переходим к следующему слайду. Здесь у нас уже будет, друзья, вторичный рынок, но квартиры эконом-комфорт бизнес-класс. В выборку попали три класса. Расскажу, как пользоваться данной картой или данной информацией. Внизу карта, обобщенные данные, я вот эти оставил, да, для того, чтобы вы могли смотреть. Если будем говорить о, допустим, класс эконом-комфорт, мы видим, что вот здесь $768, минус 0,13%. Те же самые цифры, вот здесь экселевские данные, таблица. За месяц квартира этого класса $768, минус 0,13 за месяц, а вот здесь уже они декомпозированы, друзья, по административным районам. Также можете прочитать в абсолютных цифрах, то есть в долларах за квадратный метр, ну и снижение в процентном соотношении за месяц. Я думаю, что вам понятно.